Сюжеты самые разные. Один хищник изображен убирающим мусор, другой рядом с молодыми саженцами, третий – заботящимся о животных и птицах. Граффити созданы растительными красками и расположены в разных местах города. Однако их достаточно просто отыскать при помощи карты в аккаунте Instagram Центра природы Кавказа. Сочинцам предлагают найти леопарда на улицах курорта, сделать с ним фото, написать о своих взаимоотношениях с природой и поделиться этим на своей странице в Instagram с хэштегом «Природа тебя касается». Победители ждут ценные призы. Акция пройдет до 15 июля.